Вот вам случалось чувствовать, иногда, что вот что-то не так? Существует действительно вот матрица памяти, матрица, которую вы сформировали на простенькие действия. Существует рассогласование с этой матрицей. Вот она как бы вам кричит. Не все вы сделали или плохо сделали. В мозгу есть реакция отдельно на ошибку и на правильный ответ. Или есть реакция и на правильный ответ, и на ошибку. И есть точки, где реакции вообще этих может и не быть совсем. Но вот то, что могут быть реакции на ошибку там, где реакции на правильное решение нет, это штука детектора ошибок. Когда болезнь поражает организм, в мозгу создается матрица устойчивого патологического состояния. Она помогает приспособиться к болезни, смириться с ней. И чтобы вернуться к здоровью, нужно эту матрицу разрушить, пройти через дестабилизацию.